До нас по допомогу звернулись родные Анастасии Дмитриевны Антонченко. Пожилую женщину шукают дочка и унушка. Пенсионерка 1934 года народжения 4 жнивня сошла с Тераховской больницы. Как меркуется, она кировалася у Гомель, махчима у вёску Бярозки. Особливые прикметы – рост 160-165 сантиметров, сярэдняга тела складу, волосы короткие, сивые. Усіх, кому что-нибудь вядома про место знаходжання жанчыны, просяць поведомить по номерах телефону, якія вы зараз бачите на экране, або по номеру телефона 102.